Всем привет, меня зовут Влада Казачищи, и да, вам не показалось, я пошла петь. Но это было довольно-таки давно, это было аж этой весной. Но я не хотела никому об этом говорить, потому что это был такой вот секрет. И я уже захотела все показать, когда я уже схожу на полный этот курс. И хоть как-то, но спою песню, которую я захотела спеть. У меня было всего 10 занятий по вокалу, и я должна уточнить, что я никогда до этого не занималась вокалом, в принципе. Максимум мой был это участие в школьном хоре, но мне кажется, что все знают, что это полный бред. И я вот захотела пойти петь, потому что после выступления моего брата на «Голосе страны» он меня очень вдохновил, и я решила, почему бы не попробовать самой. Ну, в смысле, не идти на «Голос», но хотя бы просто научиться, потому что, в принципе, это всегда было моей большой мечтой, я всегда хотела петь. В будущем я бы тоже, в принципе, хотела бы пойти еще на какие-то курсы вокальные для того, чтобы продолжать это развивать, потому что мне это понравилось. И сейчас я хочу вам показать маленькие такие отрывочки, фрагментики с того, как я ходила на вокал. Думаю, что вам понравится. Возможно, это видео получится даже немножко смешным, потому что я там в основном экаю, бекаю и... Ну, вы поняли. Не смейтесь особо с тех моментов, где я там, типа, делаю так и прочее. Это все распевки, это все было нужно для того, чтобы поставить мой голос, научить меня правильно дышать и прочее, потому что я никогда не ходила и на пение, никогда не училась петь. Ну что ж, я не буду затягивать, так что давайте покажу вам, как это все происходило, хотя бы в каком-то быстром режиме. Поехали. Смотри, показываю тебе еще раз. Своего первого занятия. Было очень прикольно, училась, как правильно дышать. Мне сказали, что у меня есть данные, что нужно просто будет распеваться, тренировать свой голос, тренировать свой слух. И, возможно, я запою. Сказали, что у меня вроде как сопрано высокий. Я в шоке. Я на пути к мечте. Ты старайся представить, что звук этот выше даже, чем тебе нужно. Сегодня очередное занятие по вокалу, и на сегодня мне уже сказали выбрать песню, которую я хочу петь. И хоть сейчас весна, но у меня в жизни происходит не самое лучшее событие сейчас. Мне захотелось чего-то грустного и выбрать все-таки из того, что я знаю, из того, что я люблю. И я решила выбрать Земфиру «Небо Лондона», потому что это такая песня, под которую можно представлять все, что хочешь. Каждый человек может представить что-то свое. И мне кажется, что она мне сейчас очень-таки подходит. Поэтому буду стараться и учить петь ее. Главное, не плакать на вокале. А так все будет хорошо. Вот, хорошо. Мысли вовсе не держать. Да, то да. Кто же из нас первый упадет? Просто смотри, когда у тебя во рту ручка, у тебя зубы не смыкаются, и язык чуть-чуть отходит назад. Ага.
И это то самое положение, в котором буква И начинает хорошо звучать. Очень объемно. Давай. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Да. Край код. Нет? Давай. Я знаю, что она получилась у меня в моем вокальном исполнении далеко не идеальной, и мне еще есть над чем работать. Я же говорю, я бы очень хотела поработать над этим еще.
Возможно, как-то я и пойду дальше на вокал. Но получилось то, что получилось. Я должна вам еще рассказать, что у меня было всего лишь 10 занятий. И мне кажется, что это, в принципе, очень-таки неплохой результат, как для человека, который вообще не поет. Я бы очень сильно, правда, хотела бы порекомендовать своего тренера и учителя Маргариту Короб. Мне очень с ней было легко и приятно работать. И, возможно, в будущем я буду к ней тоже ходить. Не знаю, как там получится уже. Она нереально классный преподаватель, очень внятно и доступно все объясняла несколько раз. Ни разу на меня не ругалась. Мы с ней все время шутили какие-то шутки, все занятия проходили очень легко и быстро, и мне хотелось оставаться еще и еще. Я говорю это от чистого сердца, так что, Маргарита, я знаю, что ты смотришь это. Большое тебе спасибо за опыт, который ты мне дала, и за то чудесное настроение, которым ты меня заряжала. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы немножко подняли себе настроение, и, возможно, вас тоже как-то вдохновит на то, что не нужно останавливаться даже в свои там 20 лет, как у меня, или там позже, и все равно идти к тому, чему вы хотели там с детства. Если у вас есть какие-то цели, никогда не поздно их начать, поэтому я за вас, я в вас верю. Верю в то, что у вас все получится, и, возможно, у меня тоже когда-то получится даже в том же вокале, кто его знает. Так вот, если вам правда понравилось, то подписывайтесь на мой канал, буду очень сильно вам благодарна. Ставьте палец вверх. Спасибо вам за ваше внимание и за то, что были со мной эти несколько минут. Пока!